Так, 28 января, сейчас 23 часа, время, в принципе, не позднее, днем здесь были защитники облгосадминистрации, ожидали атаки, ну, у кого непонятно, но, я так понимаю, злых бандеровцев. Вот, было несколько автобусов, на данный момент автобусов нет. Видимо, как и самой угрозы. Внутри, судя по всему, находятся люди дежурящие, но автобусов этой самой тысячи народной гвардии, ее, судя по всему, нет. Наверное, думают, что по такой погоде и в такое время атаки быть не может. Это пока одна из сторон облгосадминистрации Донецка. Сейчас пойдем дальше, посмотрим, как обстоят дела в других местах. Ну, как мы видим, здесь тоже не очень много защитников. Хотя внутри люди есть. Судя по всему, это милиция. Ну и здесь мы тоже видим небольшое количество народных защитников. Добрый вечер. Работает техника. Убирается, порядок. Это у нас трактор. Сейчас посмотрим с другой стороны. Извините за назойливый шум, ветер. Ветер выключить не могу. Буду просто говорить громче. Так, ну это у нас центр законодательных инициатив. Здесь тоже было много людей. Но как мы видим, снаружи не очень много народных защитников и автобусов. Как вы видите, тоже не очень много. Хотя все относительно.
Так, ну это последняя сторона облгосадминистрации. Вот так она сейчас выглядит. Практически вернулись в ту точку, с которой начинали. Скажем так, снаружи защитников немного, но внутри, мы видим, есть милиция. Ну, в принципе, на этом пока все.